Чтобы подробно рассказать о современном телевидении, необходимо отправиться к истокам – его зарождению. Официальной точкой отсчета телевидения Татарстана принято считать 3 ноября 1959 года. Именно в этот день в эфир вышел Казанский телецентр, и началось регулярное вещание Казанской студии телевидения в самом городе и пригородах с радиусом действия 60-70 километров. Учебное же телевидение берет свое начало в 70-е и 90-е годы. На кадрах Казанской кинохроники представлен один из фрагментов телевизионной передачи «Университет». Телестудии. Таким образом, Универ ТВ – прямой наследник этой традиции. Уже в 2010 году ректор вуза принял решение о создании университетского телевидения. В этом же году вышли в свет первые новостные выпуски на YouTube, а в январе 2011 года выпуски стали транслировать по городскому телеканалу в Казани. Поскольку Универ ТВ изначально задумывался как основная база практики студентов, будущих тележурналистов, с помощью которой уже во время учебы ребята имели бы возможность получать практические навыки, была создана кафедра телевидения, которая возглавляла Резида Даутова. И мы очень многие программы, студенческое ток-шоу, другие программы, созданные в процессе производственной практики, они вот заняли место в сетке вещания этого телеканала. Университетское телевидение в Казанском федеральном объединяет в себе три редакции. Информационную, что отвечает за ежедневные выпуски новостей. Молодежную, сотрудники которой нацелены на спортивное воспитание молодежи. И научно-популярную, в которой трудятся редакторы, искренне несущие в своих программах идеи просвещения молодых умов. Интервью с экспертами из разных сфер, актуальные новости в стране и мире, обзоры матчей и мероприятий республиканского и международного масштаба. Все это круглосуточно транслируется на Универ ТВ. Одна из ключевых на телевидении – работа журналистов и редакторов. Они отвечают за сбор информации, написание статей, подготовку сюжетов и проведение интервью. Журналисты также нередко выступают в качестве ведущих новостных программ или развлекательных шоу. За всем этим стоит и большое количество технического персонала – операторы, видеомонтажеры, сценаристы, режиссеры и другие. Несмотря где бы то я ни работала, я все равно приняла решение вернуться сюда уже и устроилась в новости. Проработала там достаточно много, за это время я успела закончить бакалавриат, поступить в магистратуру, и сейчас я занимаюсь научно-популярной журналистикой, в частности, делаю программу «Как так?», где мы отвечаем на всякие интересные вопросы касаемо биологии, медицины и экологии. В общей сложности, наверное, лет 10 с того момента, как я пришел сюда, в Казанский федеральный университет, а официально с 2016 года. Работаю здесь. Начинали мы с ток-шоу «Твердый знак», с программы «По чесноку». Затем, лично для меня, благо от этих программ мы уже отказались, потому что форматы не подходили для того еще телеканала, и начали придумывать свои. Вот так появилась у нас «Неделя спорта», и затем ребята у нас к отделу подтянулись. Появился, собственно, этот отдел, и сейчас порядка 7-8 программ в неделю мы выпускаем. Большинство тех, кто работает на Универ ТВ, студенты и преподаватели, которые тоже когда-то учились в стенах КФУ. Многие попали на телевидение случайно, но, попробовав себя в этой сфере, решили остаться. На телевидение я попала, на самом деле, абсолютно случайно. Это произошло в тот момент, когда я для себя осознала, что медицина – это не мое, и нужно срочно искать пути отхода. Я сошлась на мнение, в принципе, со всем моим окружением, то, что это должно быть телевидение. Или сфера, которая связана с говорением, с написанием, с созданием чего-то нового, то, что креатив, вот это вот все. Мне показалось телевидение подходящей для меня сферой, и я нисколько не жалею о том, что в какой-то момент я решила для себя выбрать эту карьеру, это направление. Я подошла к своей одногруппнице, которая как раз-таки тут работала. Она является у нас руководителем. Я подошла, спросила, есть ли вообще вакансия видеомонтажер, есть ли такая возможность попасть на канал. Она говорит, да, как раз мы в поисках сотрудника. И буквально где-то за полмесяца я устроилась, обучилась новой для меня программе и уже активно вошла в работу. То есть это произошло очень быстро, и я отлично влилась вообще в коллектив и в работу. Этот день ты можешь делать там, например, сюжет про IT-технологии, а на другой день ты можешь делать сюжет про медицину, и у тебя каждый раз буквально новая профессия каждый день, потому что, грубо говоря, когда ты берешь интервью у медика, ты должна хоть чуть-чуть разбираться в медицине, чтобы задавать, естественно, ему вопросы. Также и с IT, также и с другими профессиями. Поэтому, мне кажется, это очень интересно, когда ты особенно пишешь материал, и ты пытаешься разобраться за день в какой-то сфере,
и у тебя это получается достаточно, потом еще ты смотришь на результат конечный. За последний год телеканал на платформе YouTube набрал свыше 30 тысяч подписчиков и приближается к отметке в 100 тысяч зрителей. Добавились научно-популярные программы собственного производства, новостные выпуски сменили время своего выхода в эфир, обновилось и графическое оформление всего телеканала. Телевидение требует не только полной отдачи от тех, кто в кадре и за ним, но и постоянных обновлений, которые соответствуют требованиям информационного пространства, меняющегося ежедневно. И только коллективная сплоченность, понимание и профессионализм помогают в достижении новых высот. Кристина Атёкина, Александр Кузнецов, Универ Новости.